Не бойся. Мне просто нужны ответы. Пифия – священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Я всего лишь ищу свою семью, а все вокруг только лгут или пытаются убить меня. Ты первая, кто хоть что-то знает. Если я скажу, меня убьют. Я остановлю их. Помоги мне, и я устраню угрозу. Хорошо. Только поторопись. Чем дольше ты здесь, тем больше мы рискуем. Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена. Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они хотят услышать. Но если речь идет о войне или политике, мне щедро платят за ответы, которые выгодны культу. Я был в твоих видениях. Что ты видела? Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Он показывает то, что знают лишь боги. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка, сброшенного с горы Тайгет. Артефакт указал, что это дитя ты. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Расскажи, где искать культ. Скажи, где они, или будем искать вместе. Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Но без плаща и маски, как у служителей, тебе туда не проникнуть. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек. Проверяет, все ли хорошо. У меня самый большой дом в Хоре Дельф, а он все предлагает мне деньги. Мне от него не по себе. Как его зовут? Элпинор. Элпинор! Он служит культу? Я не уверена, но если да, то у него есть все, что тебе нужно. Ты знаешь, где его найти? К югу от долины Нимф есть крепость. Говорят, он ведет свои дела там. Спасибо тебе. Пусть свет Аполлона приведет тебя к твоей семье. Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет?